начальном этапе он точно умеет. Вот с чего началось, не побоюсь этого слова, падение Джоша Куинлана. Наткнулся он на боковой, ну а дальше пошло-поехало. Здесь были разнообразнейшие удары от Барлоу, разве что того самого колена в прыжке, которое он сегодня уже использовал, здесь наносить не стал. Ну что ж, с одной стороны, несколько жаль, конечно, Джоша Куинлана. Хотелось лично мне.